Ребятушки, всем привет еще раз. Это опять видео сегодняшнего дня. В общем, я готовлю уже ближе вот дело к вечеру. В общем, что с курицей? Замариновала вот так курицу с картошкой и отправляю ее в духовку. Духовку включила уже. И сейчас делаю салат. Салат делаю. Смотрите. Вот такую банку сардинеллы я размяла сюда, постелила. И сейчас буду... Я когда делала селедку под шубой, все говорят, ой, такая у тебя красивая получилась, как ты делала. Вроде, девчонки, все просто. Но я вам покажу. Давайте вот так подвину, да, чтобы было видно. Так, вот так все распределяю вилочкой. Ничего не утрамбовываю. А там в том видео говорила, говорю... Мне майонез мы не купили с дозатором. Почему беру с дозатором? Не знаю, мне удобно. Чем вот эти вот кульками там, чем-то таким пользоваться. Так, наверное, еще одну картошку я сюда потру. Я люблю, чтобы этот салат был не толстый слой, тоненький-тоненький, воздушный такой. Не как, знаете, вот прям как торт сделают. Так. А то потом сделаю, покажу, скажете, а что не показала? Может, кому-то это и не надо, а кому-то кто-то увидит и себе сделает, девчонки. Девчонки, не знаете, у вас вообще хочется называть принципеты. Принципеты. Эта передача была что-то типа... Ну, короче, какая-то передача была, это маленькая девочка. На украинском говорили, как, мол, принцесса, и говорили принципета. И вот у меня на языке крутится, думаю, обидитесь еще, принципеты мои. Так, ну все, распределили, да, картошку мы. Все ровненько, все хорошо. Теперь дальше, что мы делаем? Что мы делаем? Мы это все дело солим обязательно. Обязательно солим. Вот так, хорошенько. Чтобы и не пересолить, и досолить. Так, перец мне, я еще перчика чуть-чуть добавлю. А где перчик? Сейчас найду, девчонки. Вот перчик. В один слой только перец сделаю, каждый слой не буду. Так, ну и проколола я вот здесь дырочку гвоздиком и молоточком. Вот такая маленькая дырочка. Я как-то видео снимала, столько меня благодарили за эту дырочку. Ну, это реально удобно, чем вот это вот ложкой намазывать. Оно там все прилипает. Красиво, когда вот сеточка. Тоненькая-тоненькая сеточка. Так. Там мне тяжело идет. Может, расковырять эту дырочку. Вот, вроде бы этот расковыряла. И ничего не надо тут ложкой мешать. Так, и начинаем. Следующий слой – это морковка. Морковка со свеклой лежала в тарелке и тоже чуть-чуть покрасилась. Видите меня, да? Видик лежит. В мире животных смотрит. Уже он что-то на них подсел. Я тоже захожу. Тоже так начинаю смотреть, кто эти детеныши. Бегемотиков, тюленей. Обезьянок вчера смотрели. Я в детстве тоже любила смотреть в мире животных. Потом что-то подзабыла я за эту передачу. А сейчас мы что-то опять на нее подсели. Вчера вообще показывали обезьянок таких прикольных. Этот. Та...
У матери одна мать, да, и у нее ребенок, это обезьянка. И, в общем, она плохая мать, представляете? И вот эти вот обезьянки ей подкидывают его, ее ругают, мол, ты че, мол, а то мы у тебя заберем. А те обезьяны, кто рожать не может, они, оказывается, могут у матери забрать. Думаю, во, обалдеть. Во, обалдеть. Так, морковки мало, но я всего две штуки делала, поэтому думаю, так, сейчас распределю. Хватит, сколько есть, да? У меня еще одна картошка осталась. Так. Ну и все, и свеклы у меня три. Три навряд ли я, наверное, пущу. Наверное, штучки две уйдет. Посмотрим. Все, сейчас тоже этот свой солю майонезом. И дальше покажу, чтобы не затягивать эфир. Так, я сюда перебралась. Все, этот слой тоже посолить посолила. А этот майонез... Но этот слой не сильно так, потому что морковка тоненьким слоем. Так, а дырочку в этот сверху, чтоб этот, я буду другую сделать. Что-то у меня эта дырочка неудачная получилась, сильно толстая. Так. Тимур, возьми от кетчупа вот этот, как его, колпачок тоже пробей мне, а то это некрасивая у меня дырка получилась. Красивенькую, ровненькую дырочку пробей. Нет, наверное, три свеклы, девчонки, уйдет. Три. Ну, три так три. Ой, руки красные. Аккуратненько, ровненько, чтобы было. Так, убираю. Все, тоже вот так распределяю, солю и уже сейчас покажу вам, как украшу это все дело. Так, ну все, девчонки, все просто. Все очень просто и быстро. Дешевый, вкусный вот такой салат. Дешевле уже некуда. Две морковки, сколько? Три картошки, три свеклы. И баночка сардинеллы. Он даже 200 рублей, по-моему, не выходит. По-моему, рублей 100 там с чем-то, с копейками. Ну, вот такая вот красотища. Так, ну вот, девчонки, я пока просто все поставила. Там у меня курица еще жарится. Сейчас более или менее все на столе расставлю. Я просто все, что нарезала, все вот так составляла. Что-то лохматая, да, какая-то вся. Так. Этот я оставлю здесь уже, когда наложим этот салат, я его уберу отсюда. Так, с этой стороны. Это хлеб. Хлеб поставим сюда. Так. Нарезка. Нарезку с этой стороны. Нарезку с этой стороны. Но я еще этот штрихи, последние штрихи потом сделаю. Так, бокалы. Алина там посуду моет, чтобы сесть, посуда чистая была. Так, расставляем тарелочки. Не знаю, захотела, не захотела я набор что-то доставать. Захотела вот обычные белые тарелки. Так. Два. Два.
Эти убираю. Так, бокальчики. Каждому бокальчик. Так, если так сесть, тогда с правой руки, правильно же получается, да? Вот сюда так. 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 С правой руки вот сюда, да? Теперь вилочки. Каждому вилочки. Так. 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 Все, да? Стол не стали двигать. Это будет такое по-семейному, по-простому. Я сейчас сразу приготовлю кружки под чай, под торт, чтобы потом мне этот не бегать. Торт уже распечатаю. Нет, не распечатай, его надо резать. Ну, давай мне торт урони. Красивенький тортик, девчонки. Сникерс. Не тормози, Сникерс не. Так, ну и тортик вот сюда сбоку поставлю. В принципе, все я поставила. То гость программы курица. Так что, девчонки, вот так вот. Все есть, сыр есть, колбаса. Колбасу брали хорошую. Это, знаете, вот такая сухая колбаса. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Килограмм ее стоил, в общем, вот эта палочка 200-граммовая этой сухой колбасы стоила, короче, килограмм стоил 1380, вот 200 грамм, узенькая такая палочка. Сыр Маздам, первый раз мы взяли, никогда Маздам не пробовали, я обычно брала российский, голландский, вот что-то из этой серии. Салат крабовый, салат такой, курица, картошка, из напитка вот Спарк. И меркурий, и минеральная вода. Вот, в принципе, и все. Ну, все, сейчас ждем курицу. Только курица приготовится, и мы садимся. Так. А я салфетки не крутила. Салфетки я не покупала. Это у меня еще со старых моих запасов. Наверное, я не буду крутить. Просто положу, наверное, каждому под тарелочку. И на столе положу салфетки. Не такое прям мероприятие, конечно, большое, но по-свойски. Было придет, наверное. Так. Это мятая. Так. Я, наверное, под бокальчик вот так положу салфеточку. Да? Так. Так. Дети Эдику подарок сделали. Прям так неожиданно. Конспираторы за свои деньги. Что они там в интернете зарабатывают. Тимур, принеси подарок, я покажу, что вы там подарили. Сюда еще одну. О, ничего, красивенько. Салфеточки все равно стол украшают. Прям хорошо. И вот так. Так, а эти салфетки поставлю вот так вот. Кому надо будет, тот возьмет, да? Вот так. У меня с этой салфетницы нет, вот так пойдет. И с этой стороны. Вуаля! Красота! Красота. Показывай. Ну, что обычно дарят мужчинам
бритва и пена для бритья. Вот такое дети внимание сделали ему, когда пришли со школы. Ну, конечно, это очень приятно. Очень приятно, он так обрадовался, это неожиданно для него было. Ну, довольный очень. Знаете, ставьте. Так, девчонки, ну что, достала курицу. Сейчас с двух сторон я ее переворачивала. Сейчас будем смотреть, что получилось. Мне надо ее как-то красиво выложить. Так. Чтобы она не развалилась. Так. Вроде красивенько. Теперь надо картошку выложить. Три картошки я всего сделала вот так слайсами. Картошка готова. Все готово. Так, по бокам сейчас разложу. Вы меня хоть видите? Не видите, что я тут делаю? Подливала несколько раз водичку, ну, чтобы этот картошка сухой не было. А то у меня так было, она как этот задралась, вот так дыбом. Так. Эдик! Так, давайте к столу. Не поваляешь, не поешь, да, как говорится. Так, ну что, девчонки, вот такой куренок получился. Ну что, ребятки, рассаживаемся потихонечку. Сейчас Белла тоже подойдет. Я уже поздоровалась. Все. Чуди, как тебе столик? Все замечательно. Ну, налей всем это, да. Скромненько, все так, без всякого пафоса. Все, как бы мы точно так же делали, если бы не было Ютуба. Ложки еще. Дети, они стесняются. Конечно же, мы не будем при вас сидеть есть. Никаких мукбанков. Так, а сюда нужна лопатка. Лопаткой доставать. Так. На, Тимур, разлей. Давай разлей. Тимур не хочет на камеру появляться. Почему? Что-то он не готов. Стесняется. Стесняется. А ты поздоровалась с подписчиками? Ну я же тебе только что сказала. Да? Нет, надо туда сказать, подписчикам. Я там помахала. Сейчас, кстати, прочитала комментарий. Вы что, говорит, мол, ребенка называете Камуся. Это, мол, всю же на всю жизнь с ней. Ну, это уменьшительно-ласкательное имя. Ну, мы так называем. Конечно же, так ее Камила зовут. Камуся это вот, ну, ласково так. А как Эдуард и Эдик? Ну, да. Юлия и Юля. Юлька. Таймураз, Тимур. Тимур у нас Таймураз, но зовем Тимур. Редко, когда вот, ну, кто-то называет его Таймураз. Так. Как, а эту курицу что? Курицу сейчас раздербаю. Это что? Это ты будешь этот? Нет. Такое нет, да? Это под шубой. Я тоже. Ну там не шуба, там не селедка, там этот. Скорость.
Скумбрия. Сардина. Фу, сардина. Фугаль, сардина, да? Ну, я такой попроще, по-крестьянски. По-крестьянски. Вот такой, девчонки, салатик получился. Он тоненький такой, нежненький. Так, тебе такой, да? А курицу сейчас уже было придет. Вот поэтому я не люблю курицу целиком. Это сейчас мы ее начнем вот трепать. Поэтому я люблю кусочками, но почему я сегодня так решила, не знаю. Не чуть-чуть так. Салат. Тебе какой салат? Такой или такой? Как у папы? Только чуть-чуть. Чуть-чуть. Угу. Последний кусочек. Так, угу. Еще? Ну, захочешь, положишь. Так, ну что, на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока-пока. Всех вас любим, целуем до луны и обратно. Тихо, спокойненько посидим сейчас. И все. И завтра всем Эдику на работу, детям в школу. Ну и у мамы, как обычно. Постирушки, уберушки, приготовлюшки. Все, увидимся с вами завтра. Всем еще раз спасибо за поздравления, за все спасибо. Все. Пока. Спасибо. Чао-чао. Пока, чао.